представляємо вашому вниманию источник бесперебойного питания от компании DTECH модели 650VA, который предназначен для защиты персональных компьютеров и небольших рабочих станций от основных неполадок с электропитанием, высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижения, повышения и полного исчезновения напряжения в электросети. Данный ИПП заряжается на 90% приблизительно за 8 часов. Автоподзарядка в выключенном состоянии, а также защита USB-порта и RJ45. Выходная мощность 390 Вт или 650 Вольт Ампер. Входная частота 50-60 Гц. Диапазон входного напряжения при работе от сети от 140 до 300 Вольт. Веса составляет почти 5 кг. В комплект входит входной шнур питания, выходной шнур питания, коммуникационный кабель USB, диск с программным обеспечением, инструкция по эксплуатации. На передней части расположилась кнопка «Включить-выключить». На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.